Смелее, смелее здесь, вот, громче. Рояль. Рояль имеется в виду. А вы также. Хотя бы переход-то быстрый темп. Переход куда? На быстрый темп. 15-16. Хорошо, давай. 8. Возьму, давай. Да. Значит, наверху. Наверху это. Да, это не так громко. Вообще все спокойнее. И вообще вибрация особенно не нужна. Только в самом конце ноты. Легко, еще легче. Дикая крещенда. Это ми бемоль было. Раз. Это был до минор. Диминуэнда, тише, чуть живее, вперед, вперед, вперед. В два раза тише. Раз. Волны, волны. Крещендо. И раз. Ой, нет, не раз. Дальше понятно. В том же темпе, да, Паша?
Да, тогда все правильно. Сейчас было правильно. Правильно было, да? Та-та, раз, два, три. Это тройки. Тогда мне надо тебя помочь слушать. Это по тройке, да. Та-ба-да-ба-да-ба. Хорошо. Все хорошо. Та-та-та. Угу. Самый конец можно? Ну, может, переход по 18. Чуть вперед тоже пойти. С пафосно зависнуть. Стоп. Стоп. Ждем. Вот это не должно прерываться, да, как бы все. Еще рано, еще играем. Пока он не доиграет, фортепиано, пока не доиграет, сидим и играем. Одно и то же. Повторяем. Ну, хорошо, что я пришел. Играем, играем. Побольше. Не танчи, нормально. Еще громкое место. Еще громко пока. Больше ферматы между дыркой, между фразами. Ждем. Ждем. Куда играть? Поехали. Дико глубокомысленно должно быть. Вот попробуем двигать мелодию. Двигай мелодию. Вы начинаете постепенно вставать, неторопливо вставать и уходить. Вот как-то так, да, прекрасно. А ты играй еще. Вот пока он не уйдет, ты играй. Причем играй, чем можешь сделать немножечко крещендо, немножечко какие-то. Живые, чтобы не было монотонно прям совсем. Хотя под него, слышишь, он играет там. Хорошо. Дырка, ждем. Поехали. Вот, да, где-то в этом месте, только в 4 раза медленнее, спокойнее, степеннее. Вы можете постепенно перевести дух и начинать играть до. И слон, ля бемоль, только не сыграйте фа, пожалуйста. Ля бемоль, мажор. И вот опять же здесь побольше. А вы, может быть, флейту, может быть, ближе к двери, да, потом. Играем. Услышали аккорд, он там повисел. Погружаем опять их всех в атмосферу, чтобы они уснули. И последний номер, чтобы не произошел в концерте вообще. Вот, и зависнуть на вот этом, чтобы осталось, да? Все. Чтобы он остался, аккорд. И дальше мы потонем в дичайших, нечеловеческих овациях. Спасибо. Ну, вот чем дольше, тем лучше. Пока аплодисменты не начнутся. А потом сидите, пока они хлопают. Ребята выходят, кланяются. И потом уже кланяемся. Понятно? Спасибо. Спасибо, ребят. Классно, нормально. Все будет хорошо.